В Центре воспитательных технологий «Маяк» Всероссийского детского центра «Океан» впервые стартовала смена «Юные гвардейцы». Для участия в новом проекте в Приморье приглашены ребята из Республики Саха, Еврейской автономной, Магаданской, Амурской областей и Приморского края. Для полного погружения в тематическую атмосферу всех гостей разделили на 4 взвода. Сегодня на территории Всероссийского детского центра «Океан» мы открываем первую на Дальнем Востоке смену «Юный гвардеец». В этой смене примут участие дети из 5 регионов Дальнего Востока и смогут познакомиться с военным делом, узнать получше службу Росгвардии, особенности военного дела. Мы надеемся, что ребята из этой смены в дальнейшем свяжут свою жизнь со служением Родине, в том числе и в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. В течение 2 недель ребята пройдут интенсивный курс военно-спортивной подготовки, а также их ждет насыщенная творческая программа. К нам приехали детки с многих субъектов Дальнего Востока. Это в основном учащиеся кадетских росгвардейских классов, и мы для них подготовили довольно разнообразную интересную программу. Она будет состоять как из профильных курсов, к примеру, занятия по тактической медицине, инженерной подготовке, строевой подготовке, так и досуговую деятельность, которую мы подготовили с нашими педагогами и вожатыми. Всего в отряде 24 подростка. Несмотря на то, что смена только началась, ребята уже подружились друг с другом и с удовольствием отдыхают в детском центре. Я ожидаю от этой смены чего-то большего, хороших эмоций, хорошей подготовки. Наши вожатые очень хорошие люди, вечно нам помогают, всегда подсказывают, что как делать. В общем, это только 3-й день, но я уже довольна, и мне очень нравится этот лагерь, я отсюда уезжать не хочу. По завершении торжественного мероприятия для ребят провели первые занятия. На уроке мужества подросткам рассказали о том, кто такой военнослужащий, какими качествами должен обладать защитник Отечества. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.